Маленький актовый зал буквально светится. Это королева осень озарила яркими красками детский дом. Она принесла листопад и теплое осеннее солнце, которое самые маленькие воспитанники встретили песнями и танцами. Вместе с золотой осенью пришли гости, которые часто навещают детский дом. Бывшие воспитанники, друзья и просто неравнодушные к этому месту люди. Среди них, как она сама себя называет, бабушка Неля. Сегодня она от старого друга, директора фабрики Флуари, вручила ребятам подарки. Более 35 лет это предприятие шефствует над детским домом и в таких праздниках с удовольствием принимает участие. А именинникам хочу пожелать счастья, радости, хороших друзей. Пусть у вас все в жизни получится, а главное, будьте здоровы. Я вас всех очень люблю. И кроме меня, еще там вот 600 человек на фабрике. Передают вам всем поздравления, все вас очень любят. Нужно отметить, что среди гостей была еще одна интересная категория лиц – будущие кандидаты в родители. Совсем скоро еще 5 малышей из детского дома обретут семьи. Все это результаты госкомпании «Ищу тебя, моя семья». И это, считает директор детского дома, самый лучший подарок ко дню рождения. И еще о подарках. Сегодня ребят ждал сюрприз. Учитывая, что закончилась первая учебная четверть, мы решили поощрить наших ударников, детей, которые закончили школу на 4,5, денежной премии, для того, чтобы они могли порадоваться, для того, чтобы как-то постимулировать их и дать такой новый толчок во второй четверти. 20 человек с 1 по 11 класс получили заветные белые конверты с денежными премиями. Артем – один из таких счастливчиков. Ему пришлось в этой четверти нелегко. Закончил он ее в новой школе. В прошлом году, конечно, я был отличником, но так как я перешел в новую школу, у меня четверочки появилось, у меня 7 четверок. Я думаю, я их исправлю. Артем Махницкий сегодня был и в числе именинников. Для него и еще 18 ребят не только подарки, но и песни, вальс и воздушные шары. Конечно, впечатлений море. Сегодня у нас был большой праздник, для нас очень-очень интересный. Он проходил очень весело, как вы видели. Мне очень понравился сегодняшний праздник. У всех такие улыбки были, все такие веселые, радостные. Сразу было заметно, что детям нравится. А в завершении торжества праздничный торт. Все именинники окружили сладкое лакомство и, задувая свечи, загадывали самые заветные желания. Виктория Павленко, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.